Дом пионеров в Сургуте начнут восстанавливать уже в этом году. Правда, для этого сначала нужно продать здание центральной аптеки на проспекте Ленина. Расплатиться с долгами, купить для рецептурного отдела фармточки новое помещение и оборудование. Оставшиеся средства планируют пустить в том числе на восстановление одного из старейших зданий города. Его построили в 1954 году, когда Сургут еще был селом. В течение 23 лет там находилась средняя школа. А с 1978-го дом пионеров. В начале текущего десятилетия здание признали аварийным и даже думали снести. Но позже отказались от этой идеи в пользу реконструкции. Попечительский совет и глава города принял решение о том, чтобы дом пионеров был в том, ну, условно назовем, там, в первозданном виде, да, то есть в том исполнении, в котором он был всегда. И, соответственно, в этом помещении потом могут, в отремонтированном, могут разместиться ветераны, там, общественные, там, или еще кто-то. То есть перечень достаточно такой длинный.